Хочется помочь людям, хочется дать им добро, напутствовать им в жизни все самое хорошее, чтобы побольше детишек рождалось в нашем городе, чтобы город наш процветал. Говорят, доброта спасет мир и подарит радость жизни. Наверное, поэтому лицо Елены Семеновой светится радостью. Ее ежедневная работа – это делать добрые дела, оказывая помощь большому числу уваровских семей в оформлении детских пособий. Внимания и заботы хватает на всех и у Натальи Уваровой. В социальной работе она отдала уже более 20 лет. Для нее это не просто профессия, а жизненное призвание. Главное, мне кажется, как-то стараться помочь людям, которые оказываются в трудной ситуации. Вот некоторые приходят и в такой растерянности, и не знают, как им дальше жить, куда пойти, и как бы, и вот поможешь даже добрым словом. И как-то на душе теплее становится, и как-то легче. Цветы, почетные грамоты, благодарственные письма от первых лиц города и района, как знак глубокого уважения. 8 июня в адрес людей, которые трудятся по зову сердца, звучали многочисленные слова благодарности и поздравлений. В своем приветственном слове глава города Владислав Денисов отметил, что сегодня сфера социальной защиты и обслуживания населения выполняет важную государственную задачу, помогает тем, кому необходима поддержка. Благодаря вашему труду, профессионализму, благодаря тому, что ваша работа требует большой самоотдачи, позволяет именно эту работу, именно в городе Уварово и на территории Уваровского района, выполнять на высоком профессиональном уровне. И мне хочется именно сегодня поблагодарить вас за ваш качественный труд, за ваши сердца, за ваши души. На территории города и района в сфере социальной защиты и обслуживания населения трудится более 100 специалистов. Их помощью пользуются порядка 20 тысяч человек, которым предоставляется свыше 40 видов социальной поддержки. Заслужить доверие и благодарность граждан порой очень непросто. Но социальным работникам удается подобрать ключик к сердцу всех и каждого. Каждый день мы работаем с человеком. И наш рабочий день не всегда укладывается в привычный рабочий день. Чем мы с вами занимаемся? Все. И что бы ни возлагали на нас, я хочу сказать, в этом зале сидят люди, единомышленники, сильные, решительные, умелые и, главное, обладающие знаниями. Еще будет долго-долго востребована ваша профессия, ваши золотые сердца. И вот я хочу пожелать, чтобы вы не огорчались, чтобы у вас каждый день складывался, потому что вы нужны людям. Дай Бог вам всем здоровья и вашим всем подопечным. Пусть у нас все будет и в нашей стране, и в нашем городе, и в ваших сердцах, и в ваших семьях. Все будет на отлично. В рамках праздничного мероприятия лучшим подарком для всех работников этой сферы стали концертные номера сольных исполнителей и творческих коллективов города. Мосток из березовых дорог, серебристая водица, зеленистый голосок. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, «Наш город».